Благотворительный концерт в поддержку семьи погорельцев из села Зудилово прошел в Первомайском районе. Музыкантам удалось собрать 14 тысяч рублей. На сцене Дома культуры выступило 13 артистов. Некоторые приехали в Первомайское из отдаленных районов. Музыканты узнали о случившейся трагедии из сюжетов на телеканале «Катунь-24». Как говорят Сумоносовы, информационная поддержка краевого телеканала сделала свое дело. Даже вот библейская мудрость гласит, что все, что ты приобрел, ты потерял, а вот то, что ты отдал, вот это твое. Вот это закономерность. И вот люди, которые пришли, они действительно милосердные. Слава Богу, большой поклон. И спасибо всем. А беда, конечно, очень большая. Сейчас стоит задача выкупить древесину. И эта копеечка, которая сегодня, даст Бог, соберется, она будет подспорьем для приобретения этого, для строительства. Какого-нибудь, ну, какого-то жилища.